Добрый день. Тема этого видео – дыхание в медитации. Как дышать во время медитации? Что нужно делать? Спойлер к этому видео – это дыхание в медитации должно быть естественным. Потому что на эту тему дыхание в медитации, как правильно дышать, очень много вопросов. Многие не понимают, что же мне делать. Вот я сел медитировать. А что мне делать с дыханием? Мне его контролировать или нет? Сразу же отвечаю на этот вопрос. Мы не контролируем дыхание в медитации. Как мне дышать? Ртом или носом? Мы дышим в медитации носом. Потом, дыхание должно быть диафрагмальное, глубокое, поверхностное. Нет, если вы будете об этом думать, то вы уже начинаете контролировать сам процесс. А это не задача медитации. Дыхание в медитации должно быть естественным. Ваше тело само знает, как вам дышать здесь сейчас. И я вам сразу же скажу то, что все медитации, которые у меня были, которые были у моих коллег, они все были разные. И каждый раз дыхание было какое-то другое. Оно было разное, оно отличалось. То есть не было ни одной одинаковой медитации, где дыхание было бы одинаковое. Да, мы знаем то, что глубокое, спокойное дыхание приводит нас к тому, то, что у нас меньше мыслей, меньше анализа. Но так не бывает во всех медитациях, потому что мы медитируем в разных условиях, в разное время дня, с разным настроением, разная обстановка. У нас внутреннее психологическое состояние разное и физическое состояние разное. И дыхание всегда разное. И суть, тема этого видео – это подсказка для новичков, а также для профессионалов. Как же нам дышать в медитации? Мы дышим естественно. Тело само знает, как правильно нам дышать. Мы не контролируем дыхание, мы не пытаемся изобразить какое-то идеальное дыхание, которое мы думаем, то, что вот это вот идеальное дыхание, допустим, это спокойное дыхание, оно должно быть у нас все время во время медитации. Нет, иногда бывают такие медитации, когда дыхание у нас очень частое, и опять же, это нормально, у нас другая задача в медитации. Сейчас мы говорим про дыхание. И также нет такого понятия, как правильное, неправильное дыхание, к чему-то стремиться, к какому-то идеалу. Я это все говорю, вроде бы простые вещи. И опять же, вот еще раз повторю, это очень-очень важная мысль. Дыхание должно быть естественным, потому что на практике с коллегами, которых я обучаю, с которыми я занимался, которые медитируют, этот вопрос на самом деле очень-очень серьезный. И все по-разному воспринимают естественное. Кто-то привык дышать таким образом, кто-то привык делать дыхательные практики, пранаямы различные, задержки. Нет, это все не то. Медитация – это не дыхательная практика, это не задержки, это не пранаямы, это не какие-то упражнения с дыханием. У нас в медитации естественное, свободное дыхание. Ну, наверное, я ответил на этот вопрос. Тело наше само знает, как дышать. Дыхание всегда будет разное. Каждая медитация разная, и каждое дыхание будет разное. Нам лишь всего лишь нужно довериться нашему дыханию и не пытаться его контролировать, не пытаться копировать какое-то дыхание, либо дышать по определенному какому-то алгоритму, либо образу, либо нашему мнению, то, что это правильно. Это все отпускаем, это все не цель медитации. Наверное, у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы по дыханию в медитации, то задавайте, пишите, буду на них отвечать. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.